Итак, вот это вот маленький-маленький городочек, крошечный просто городочек, называется Мейнтленд. Это вот такой симпатичный Макдональдс. Хорошенький такой городочек. Так, куда я хотела куда-то свернуть? Сейчас. Я проезжала по такому красивому местечку, не хочу проскочить. Волгринс такой интересный. В таком деревянном доме первый раз такой Волгринс вижу. Так, вот Мейтленд написано. Значит, вон такой. Вот сейчас тихну. I'm sorry! Bless you. Они говорят, когда чихаешь, обычно говорят bless you. Ну, то есть благослови тебя Господь. Так, как бы так. Они не говорят, будь здоров. Американцы, я имею в виду. Вон какое озеро большое. Но я туда не пойду. Вот эта дорога, по которой я еду, US-1792. Она по-другому еще называется Милс-авеню и как угодно. И вот это Мейтленд-авеню пересекает. Мэй сейчас проезжала мимо, когда ехала от BMW. Ой, какое место красивое, надо было пойти погулять здесь. Прям мостик такой вот через озеро. Ой, как красиво. Мамочка моя выехала на встречу. Так, я сейчас поверну направо и поеду по красивому очень месту. И там я проезжала мимо местного телевидения, Local TV. Ага, вот Lake Avenue, все правильно. Вот на Lake Avenue я сейчас поверну направо. Пила хорошее видео с BMW и с Mercedes. Сейчас я еще заеду, сниму наши местные телеканалы. Второй канал, шестой канал, девятый, восемнадцатый, двадцать седьмой, тридцать пятый, тринадцатый и 65-й. Это все местные каналы, которые освещают жизнь центральной Флориды. Ну и Орландо в частности, конечно, тоже, естественно. Итак, поехали. Вот эта машинка Carpet Company, они чистят ковры. Так. И вот тут вот начинается такой очень-очень симпатичный такой, что-то такое, типа, ой, заканчивается опять батарейка, да что ты будешь делать? Плохо очень заряжаются мои батарейки, не знаю почему. Место живописное здесь, просто супер. Так. Какие-то музеи даже есть. Не садись, батареечка, пожалуйста, не садись. Вот какое уютненькое это местечко. Тут я быстро ехать не буду. Иди ты нафиг, кто сзади меня едет, подпирает. Вот терпеть не могу, когда упрется в задницу и дышит мне в затылок. Какое уютненькое местечко. Вот сифуд, можно пойти пообедать за $5, написано. Там какие-то ресторанчики, а вот все, он уже оторвался. А, он ушел. Я на него дунула, как по-симарунски, надо так вот так сдунуть. И он сразу растворяется где-то. Симарун, это, конечно, вообще сказка. Боже, какая красотулечка кругом. Сегодня 2 ноября, 2011 год. Вот остановка автобусная. Вон, какое все прямо живописное. Все в цветочках, все такое ухоженненькое. Божечки мои, как я сила. И вот она, я сейчас прямо уткнусь носом в Wi-Fi. Это бесплатная скоростная трасса. Хорошо, сейчас поверну налево. Ну еще батареечка, еще немножечко. Там такая красотулечка будет сейчас. Я по такому лесу буду ехать. Прям кусочек такого леса будет шикарный. Вот выезд на Айфошку, вот она идет. Вот эта скоростная трасса, она соединяет Атлантический океан и Мексиканский залив. По диагонали причем, не прямо, а по диагонали. Вот она, красавица наша, Айфошечка. И пошли поля нетронутые. И вот вышка стоит, вот она вышка. И на вышке написано 2.18. Вот это телевизионная вышка. Вот я сейчас туда пойду, в это помещение. Давай, батареечка, давай. Продержись еще немножечко. Нам бы только день простоять, нам бы только ночь продержаться. Давай, держись. Она мигает, что вот я сейчас закончусь. Итак, я заезжаю. Wish to news. Так, я заезжаю сюда. Вот это вот наша местная телестанция или телестанции. Тут их несколько, я смотрю, второй канал и 18. А где же тогда расположены другие?
Сейчас я найду вход-выход и где-то припаркуюсь и пойду внутрь прямо знакомиться, что это вообще такое, для кого и что там вообще можно делать. И вообще, как там, вообще, как они живут без меня, как они до сих пор без меня жили. Какая красотулечка. Итак, вот это вот наш, и вот все леса, леса, леса. Вот с той стороны то, что я говорила, так красиво кругом леса. Вот оно все прямо завешено, увешено. И вот эти, вот машинки эти, наши телевизионные. С антенкой. Ой, вот там даже вертолетик стоит. У каждого канала несколько вертолетов. Когда где-то что-то случается, сразу несколько вертолетов вылетают. И это. И снимают сверху. Ну, естественно. Вот так прямо и площадочка. Вот она. 18-й канал, зеленая машинка стоит. Мой любимый второй, и, ну, естественно, 18-й. Мои любимые все каналы. Я их все люблю. Ну, тут я смотрю только лишь два канала. Второй и 18-й. Ладно, я потом разберусь, где находятся остальные. И поеду знакомиться с остальными. Здорово. Вот сегодня у меня путешествие. Я хотела вообще сегодня поехать в Гейтерлинд. У нас есть тут такое название Гейтерлинд, где разводят и выводят больших американских аллигаторов, крокодилов. И там есть большой белый крокодил. Там их можно покормить за определенную сумму. И там они устраивают эти... устраивают, как бы, мужчина борется немножко с живым крокодилом. Но он, конечно, не очень большой, но все равно. Ну, в общем, все с крокодилами связано, там куча змей всевозможных, маленькие крокодильчоночки, в общем, очень-очень большой парк, там можно гулять, сидеть, есть, пить и всякое разное. В общем, называется это место Гейтерлинд. Мы когда-то были там, когда только сюда приехали, первый, вот сколько, 7, почти 6 лет назад. И надо пойти освежить себе, как бы, во-первых, тогда у меня и видео не было, тогда и у вас упало. И тогда, конечно, я и видео не делала. Сейчас пойду сниму специально вот этого большого белого крокодила. Итак, идем брать местное телевидение. Вот написано наверху. 2 и 18. А, я куда-то не туда пришла. Визитор. О, я не там припарковалась. Ну ладно. Ну, как всегда, через задницу я вхожу. Это у меня уже... Это у меня уже по жизни. Я проехала, значит, мимо входа, опять зашла. Ладно, пробдеться немножко надо. Ой, как много машин у них. Тра-та-ра-та-та-та-та. Визитор. И вот этот лес, я хотела шикарный лес показать. Боже, какая сказка. И там за этим лесом озеро. Вон они, какие сосны наши крымские стоят. Как будто бы я дома в горах Ялты. Ну и где вход? Извините. Показывает стрелка сюда. Как я так промахнулась? Я могла бы здесь припарковаться. Чего я туда поперлась? Ну ладно, это уже у меня в крови. Промахиваться, заходить не с той стороны. Через жопу. По-другому как скажешь. Ну и где? Вау. Ну, конечно, вот он вход у меня прямо перед глазами. Я ж поехала. Ладно. Я умничка, я всегда все делаю правильно. Просто мне надо было немножко прогуляться, жирок свой растрясти. Я, кстати, сегодня еще не обедала. Яблоко съела только что. Ну, конечно, вот он, красивый вход. А меня понесло непонятно куда. Вот места для инвалидов. Опять же, я много раз показывала. Вот синенькими полосочками. И вот написан, нарисован белый человечек на колясочке. Ну, конечно, вот он, красивый вход. Чего меня тянет вечно в какие-то в дебри? Ну что, идем знакомиться. Снимаю очки. Вот написано H2 и 18 канал. Ра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля. Hello. Hi. Just two channels?
Where is 3596 channel? If you have an appointment with like a news person or... I can get appointment? If you have like a news story, if you call and you want to speak to... Заполнять формочку, чтобы иметь, чтобы встретиться с кем-то из новостей. Just fill it out and leave it here. And somebody will call me. I believe that's how it works. Yeah, if they're interested, they'll call you. If you don't hear from them, they're not interested. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay. Yeah. What is there? News from here. Okay. We have a newsroom here. I know. We do news for CW18 and news for NBC. Uh-huh. But we have all of our departments here, except our offices in Brevard County and our office in Daytona. Okay. They're coming from New York. Uh-huh. We do local news that's here. Я мне спрашивала, толстушечка вышла. А батарейка никак не сядет. Пугала меня, пугала. Вот эта девочка, вот она родила 8 близнецов. Как ее зовут? Я не знаю, Надя какая-то. И стала резко популярной. Вот это Эллен Шоу. Она, вот эта Эллен в розовом свитерочке, она лесбиянка, она вышла замуж, женилась, вернее, на знаменитой актрисе, тут, которая играла в центр телевидения местного. Сейчас заполню свою эту штуку и буду ждать, когда мне позвонят.